Ну что же, всем привет, дорогие друзья, с вами Кэп, и сегодня мы едем на что-то подобие мототрека. Я почти до него уже доехал без записи видео, потому что снимать ту дорогу, по которой я ехал, не очень интересно. Вот, такие дела. Ладно, тоже едем дальше. Не помню, говорил я, что ставил звездочку меньше или нет ведущую, но если даже говорил, скажу еще раз, я поставил тебе ведущую звездочку на 13, ой, фу, нет, на 14 зубьев, и теперь у меня дыбы схватывают еще лучше. Не верю, что на этот трек там чуть-чуть можно будет поставить, поучиться, как мне хочется, так как я не умею. Ну и покататься по горкам. Сейчас будем проезжать офигенный тоннель, в котором можно погазовать и почувствовать себя на каком-то, не знаю, литровом мотоцикле. Не знаю, как звучит на камеру, но вживую это просто офигенно. Как-то так. Надеюсь, на камеру тоже было офигенно слышно. Очень клевый тоннель. Люблю по нему вот так вот ездить и газовать. Едем, кстати, в Токарёво. Там будет что-то подобие трека, много трека. Вроде был полный бак сегодня в начале дня. Он уже
уже зарос, поэтому я даже не знаю, где тут начало. Поедем, наверное, мы в ту сторону. Надо его обследовать хорошенько. И только потом начинать наваливать. Ой-ой-ой, вот такие вот тут спуски, ребят. Опасно. Блин, вот сейчас я жестко испугался. Дорога идет опять наверх. Твою мать! Чего ж так страшно-то? Дальше дорога уходит куда-то непонятно. Не знаю, продолжение это тренд или нет. Ну, направо поворачивать неудобно. Черт. Ой, я даже понял, где это. Ну, в ту сторону я еще ни разу не прыгнул, но сейчас прыгнул. Вот черт нахуй. Вот это сейчас было жестко. Фу. Ребята, думал, сейчас просто разложусь тут. Офигенно. Реально думал, сейчас просто разложусь тут и все. Приземлюсь не очень удачно на переднее колесо. Ладно, дальше едем, осваивать этот мототрек. Это очень страшно. Нет, здесь все станки нельзя, он это тут слепует. Так, здесь путь, я это помню. Очумелый трек. Так, я не знаю, что там происходит. Двигать не буду. Да, дальше. Ну понятно, им начало уходит. Поехали, постантим чуть-чуть, чуть не упал. Стантить я, ребят, не умею, потому что... Ой. Стантиться не умею, поэтому сбрасываю газ, мне страшно. Заднее колесо сейчас упануло. После того, как я поставил такую звездочку, он у меня даже начал поднимать на любые сцепления. Сейчас попробуем. Ну вот как-то так.
думал, сейчас свечку встану и упаду нафиг. Мне интересно, что же дальше. Неведомые территории, потому что могут быть какие-нибудь скрытые кочки. Сейчас мы поедем опять на трек, только уже в другую сторону будем ехать. Думаю, надо выучить этот трек полностью. И тогда там уже отбегать. А сейчас я еще опять попробую встать без сцепления. Хреново получилось. Опять хреново получилось. Да, отлично. Так, начало. Где начало? Не получается у меня дисциплина хорошо стандить. В прошлый раз я поехал вроде туда, а сейчас поеду вот сюда. Приехать бы сюда с такой хренью и скосить бы траву. Если я здесь буду один кататься, то навряд ли я тут что-то накатаю. А вот сейчас на том трамплинчике можно прыгнуть. Скорее всего, сейчас я еду в правильную сторону. Сейчас я обнаружил у себя проблемку. У меня приборка оторвалась нахрен. Акум у меня севший. Это оказывается был не предохранитель, скорее всего, а акум. Блин, да как же страшно-то, а? Все, приборка эта вся бьется. Поеду, нет. Хрен его знает.
Может спросить у пацанов, у них может хоть и изолента есть. Не знаешь, где на Тимона? Знаешь. А друзья-то с тобой на велике были. У них тоже нет. Кстати, ребят, я сейчас чуть не разложился, у меня заднее колесо повело. Я газу дал в повороте. Ух, как здорово-то. Сейчас ты не упал. Ладно, сейчас я, наверное, поеду потихоньку до дому делать приборку. Пацаны, изоленты нету. Я домой сейчас поеду. Приборка сломалась. Тут прыгать, пока не выучишь трассу. Думал, сейчас хорошо прыгну, а ни хрена там не хорошо оказалось. Ладно, что же, ребят, так мы покатались по этому треку. Такие вот сегодня у меня поломочки. Приеду домой, буду паять это все дело. Ну и все. С вами был Капкэп. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, зовите друзей. Ну и все, всем пока!